А ты такие по видео? Кто такие же, конечно, по видео? А вы внутрь два, да, такая же на видео? Воняет? Да нет. О, тоже, конечно, тепло. Я думал, что в холодильнике не имею. Открытое окно. Скажи, там, как в хате обычно, да? Да ничего не воняет. И, глянь, мокро, нема? Нема ничего. Работают вытяжка такие, шахты. И бачу потолок, воно в гармонии получается, да? Ну да. Зайнеси трапик. Так, отлично. Вот, морозы, зима, а в них бачу, як... И вікно вже открыто. И вікно закрываю. Метла ему надо. А? Метла. Виник. Виник есть. Ася, давай. Так от дивіться, був обичний прицепик. Вони, як надумали їхати по свиноматку, купив 12-й прут, погнув дуги, тенто такий приобрів. І хотів, щоб як-небудь довести. Скільки ви проїхали? 150 кілометрів, так? 150 кілометрів в одну сторону. Там парни с детьми будут, блядь. Девки! Давай, стой! Четыре.
Давай покажем место. Бачите, солома настелили туди. А вона ще. Розтягнула. Тут так стягнула. Друзяки, значить, що ми? Прогріли все, всі пліти горілкою прогріли, ну, щоб тепло було. Ідіть сюди. О, тут помогли. Оце та якраз сюди в долівки ходить, так? На мокре. Да. Трошки, ну, тут тепло, хорошо. І воду я вчора набрав, вода. До вчорашнього дня тоже піднагрілися, там топили. Що, будемо запускати? Будемо запускати. Жевчик. Зараз вас на свободу. Чистой совесть. Ох ты, ёстки. Ты, конечно, там у нас есть ключок, не знаю, как есть ключок. Молоток. О, давай молоток. Тикай. Тикай. Иди. Иди сюда. Они под сами прийдуть. Так, так, я не буду лякати. На. Иди сюда. Иди, иди, не бійся. Іди.
Все, следуй. Да, ты помогти. Та ти ж цю закрий двері. Ні, нехай відкрити. Я тебе тут свою грошу не лякаю. Що ти, дверь толкнуть?
А тебе відкривати чи то так? Давайте я відкрию, піду. Да, відкривай. Пусики, треба їм їсти принести. А ще й нормально пішли. Выходи, теперь тебя буду выпускать. Все нормально пишут. Саня, а ну глянь. Надо двери, чтобы открывал. Не... А, вон и вон. Снег мял. Там двери. Там двери, Саш, внизу. Вон, подивись. Хорошо. Замечательно. Открывайте нам двери, по нам. А это маленькая. Ага, вот это надо. Вот это. Все, закрываем двери, чтобы им не холодило. Сейчас я им есть-то принесу. А водичку им показать. Там они уже пьют. Да? Они поилки знают, да. Вот так, друзья, перевели новую партию. Их было 31 штука, голова. Две штучки забрали. 29 штук. Ну а потом среднюю уберем на мясо. На свиноматок себе, на мясо. И отсюда штук 15 туда в среднюю и все. Чтоб тут и щелевых полей в ванне хватило месяцев на 5. И там хватит как раз. Вот так и решил. А так произошел обмен. Обмен местом жительством. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. И да, кстати, свиноматок мы уже цих из средней клетки не продаем. Там вот те, что остались, оставим их себе, бо нам тоже надо больше поколения, чтобы раньше было порос, а потом с тих оставим будет позже. Короче, так. Все, не забывайте, хвости вверх, все вверх, и всем пока.